Проституция была всегда, во все времена. И первое, что, о чем мы должны думать, это о том, что воспитание начинается в семье. Ну, то есть мама с папой должны включить голову и рассказывать своему ребенку о всех возможных перипетиях и сложностях нашей жизни. Конечно, борьба на законодательном уровне, безусловно, важна, нужна и необходима. Поэтому я поддерживаю государство в своих начинаниях полностью.